С 11 по 13 сентября в Республике Коми проходили выборы. Избиратели определяли, кто будет представлять их интересы на муниципальном уровне и кому предстоит руководить регионом ближайшие 5 лет. В Печоре явка была невысокой, составила чуть более 27%. Согласно предварительным итогам, на выборы главы Республики Коми лидировал Владимир Уйба. За него проголосовали более 73% избирателей республики. На выборы в Госсовет Республики Коми 7-го созыва по одномандатному округу номер 8 за Илью Семяшкина отдали свои голоса 4523 избирателя. Итак, кто же будет представлять избирателей в Совете муниципального района Печора? Четырехмандатный округ номер 1 Наталья Бондарь, Алена Яськова, Геннадий Коньков и Аркадий Махнев. Одномандатный округ номер 2 Виктория Филиппова. Трехмандатный округ номер 3 Алексей Королев, Константин Логинов и Руслан Пархоменко. Одномандатный округ номер 4 Михаил Хватов. На округе номер 5 Анатолий Чупров. Одномандатный округ номер 6 Михаил Самсонов. Одномандатный округ номер 7 Федор Нинахов. Одномандатный округ номер 8 Людмила Нацепинская. Двухмандатный округ номер 9 Ангелина Мишарина и Альберт Неронов. Одномандатный округ номер 11 Алексей Ермаков. Округ номер 12 Людмила Прошева. Номер 13 Эдуард Пец. Номер 14 Иван Пинков. Номер 15 Владимир Канев. Трехмандатный округ номер 16 Елена Костенецкая, Олег Медловец и Игорь Родинцев. Одномандатный округ номер 17 Лилия Ершакова. Номер 18 Любовь Муратова. Номер 19 Виктор Гончаров. Трехмандатный округ номер 20 Валерий Бибиков, Марина Карельская и Алексей Лебедев. На дополнительных выборах Совета городского поселения Кожево 2-го созыва Артем Косенко и Марина Мурина.